Всем привет! Привет! Мы сегодня будем открывать вот это. Да, сегодня мы открываем вот такую веселую, яркую ферму с животными. Потом откроем животных для этой фермы. И автобус, который будет возить посетителей на нашу ферму. Вот такой вот классный большой автобус. Давай посмотрим, что же это за ферма. Смотри, кто это? Вот так мы распаковали нашу ферму. Смотри, Дим, тут даже дверки есть. Смотри, как интересно. Да. Дверки, смотри, мельница. Они зовут автобус. Вот смотрите, и загон такой вот. Автобус. А, автобус! Давай вот так всех зверюшек наших. А даже есть, а вот такая, вот кос. Мельница. Такая есть, вот да? Вот такая есть, вот. Мельница. Мельница, да. А есть окошки. Окошко там, дверки есть, там, да? А там еще фигурки не хватает. Дима прав, еще не хватает фигурок у нас, да? Вот смотрите, тут такие фигурки в виде барашка, да? Смотри, фермер сам. Где его фигурка? Вот такой цыпленочек. Лошадка вот такая. Вот, Дима. Вот жена фермера, помощница его. Куда его? Сейчас тебе покажу. Птичка вот такая вот. Корова. Корова и курочка. Вот смотри, Дим, это же такая развивающая игра. Вот, смотри. Крестик. А я его вот сюда. Да, это вот сюда. Все правильно. А это? А это ищи подходящую форму. Подходит? Подошла. Вот едет наш автобус. А его... Автобус наш поехал за новыми посетителями, да? Так. Все, наш автобус пока уехал, а мы будем играть сейчас с тобой с нашей фермой. Давай всех животных вот так с тобой поставим. Вот смотри, тут в загон можно кого-нибудь. Можно, давай вот сюда в домик кого-нибудь спрячем. Дим, это домик, наверное, для фермера. Где фермер у нас? Давай его туда в домик. Все, у нас фермер в домике получился, да? А его куда? Коров будет пасти. Вот, он пусть, да, у входа стоит. Сейчас мы ему стадо выгоним сюда пастись, и он будет их контролировать, все, да? Все в домике. Все в домике, да. Вот животные наши тут вышли на прогулку. Автобус. Вот так у нас наблюдает фермер, да, у нас тут корова пасется, козлики, собачка гуляет тоже, помогает фермеру следить, да? Барашек вот такой. А это кто, Дим? Теленок? Муму это, да? Ослик вот у нас есть, овца вот такая. Корова, и пора девочке гулять. Девочке гулять, да, тоже помогать. Следить за таким большим стадом, как у нас. Это что, травка? Травка, да. Давай тогда наше стадо загоним в стойло. Давай откроем дверку. Идите, идите. Топ-топ-топ. Собачка последняя пойдет. Корова пошла, да? Ну, заходи, корова. Кто следующий, Дим? Вот это. Кто там, козлик? Козлик пошел. Давай, кто еще там у нас остался? Всех загонять домой. Все, покушали, на лужайке погуляли, пора домой идти. Кушайте. Все,
Все, все поели и все в дом. Да. А мама куда? А мы сейчас закроем дверку. Нет, а мама? А маму вот сюда на порог поставь. Мама. Вот, все, дверки закрываются. Дверки закрываются. А тут у нас, ой, а тут у нас косы еще вот цыпа-цыпа, цыплятки живут. Темно стало, все легли спать. Да, все, темно стало, все легли спать. Всех загнали мы в ферму, да? Папа съездил по делам, да, в город. И приехал вот на автобусе домой, в свою ферму. Чтобы снова выгулить свое стадо, да, Дим? Всем спасибо за просмотр. Так, вот я, подписчикам, пока-пока. Пока-пока.